Всем привет, и сегодня я вам покажу, как сделать самый большой гигантский самолет. Вот. Ну, а с вами был я, Поваренок. Какой Поваренок? Какой же Поваренок? Говненок. Всем пока. Ой, камера столько стоит. 2000. Не, это вот это. Самый большой бумажный самолет в мире. Ну, не в мире, конечно, и не самый большой. Делаем вот так вот. Обязательно из двух слоев, либо из четырех. У меня просто клея не хватит. Можно еще больше. Это если вот такой вот из четырех слоев, он летает, знаете как? Он грязный. Из двух слоев он будет вот так вот кружиться. Он же в говне. А из четырех вот так вот. Ну, я не сильно его запустил, он больше летает. Вот, берем клей, вот такой вот, и промазываем. Лист. Не промазываем, к примеру, вот так вот. Поклеиваем, а потом можем лист. Это на камере не получится, поэтому вот так. Ну, два листа потом просто поклеиваем углы. То есть этот приклеиваем к этому сначала. Да не приклеим, краями. Вот. Ну, эти три листа между собой. Да. К примеру, вот так вот. Складываем это все. И все с остальными точно так же. Такие полосы. И последний. Выложу это видео в WhatsApp и в YouTube. Но теперь главный вопрос. Как это все сделать? Просто выложим. Вот это вот складываем с вот этим. Ну, как приклеиваем. Проглаживаем все это. Получился у нас такой вот огромный листик А4. Ждем, пока он высохнет. Готово. Правда, для меня прошло где-то секунд 20. Теперь этот прямоугольник складываем вот сюда. Вот так вот. Загнули, да? В помощь можно даже тяжелым предметом вот так вот. Чтобы она прогнулась. Поворачиваем и... Если что-то расклеилось, заклейте. У меня там, например, расклеилось. Так, вот это не треугольник. А, вот. Загинаем. Там еще один. Готово. Вот такой вот треугольник. Я поклеила. Загинаем. Я не хочу, чтобы он был короткий. Садите по голову. Да, не сильно длинный. Поэтому вот так вот. Готово. Я лучше буду все проглаживать, потому что я... Сами знаете, сколько я листов потратил. Сколько? 18 листов. Это жопа. Теперь вот этот край к этому. Лучше сравнивайте с двое, чтобы было ровно и аккуратно. Вот так вот. Сравнивать, знаете, то есть сравнивать. Это я типа сразу два. Это, сука, как это называется? Два сразу загинать, да. А не сравнивать. Загнуть. Чтобы не ошибиться. Теперь вот этот треугольник к этим двум. Выглядит это вот так вот. Его очень нужно хорошо прогнуть. Потому что он нам в дальнейшем и поможет. И, кстати, нужно его приклеить. Когда намазали клеем, вот так вот делаем и прикрываем тяжелым предметом. К примеру, вот так вот. Я записываю по частям, потому что это камерой вот так вот делать. Это что? Какой-то момент так будет делать. И ждать 5 секунд придется зрителю. А пока это сохнет все. Можно вот так вот проглаживать. Только вот тут вот я накосячу. Нужно колесо убрать как-то. Ну, тогда вначале еще то, что это не приклеенный лист. Предмет, а не привет. Это если заступки вот треугольника есть такие. Вот то, так. Что, знаете, я то не есть могу он отправить. У нас был изначально вот так. А. Почему я сейчас могу отправить, вот а тогда вот нет? Мы его странно это все. И проглаживаем снова. Окей. Теперь мы загинаем эти края. То есть вот так вот. И теперь с этой стороны точно так же. Готово. Дождались. Но он какой-то слишком длинный, я хотел сказать. Ну-ка.
Готово. Мы сделали обычный самолетик из А4. Но в гигантских размерах. Из 18 листов. Пойду, как он летает, я выложил в телеге. Да ладно, я шучу. Пошли проверять. Ну, пошли. Камеру установлю сюда. Куда-нибудь. Главное, чтобы хоть бы не упало. Вот, я в руке держу самый гигантский. Чё ты в трусах одни? Сейчас мы его... Эй, жопа несет камера, нет. Не так ожидаемо. Что будет, если он прямо в камеру? Повезло, ну, повезло. Ну, мне сказали, что в камеру. Вот, кстати, он... Вот так вот выглядит. Вот вы можете даже сравнить размер самолетов. Вот этот. Ой, бля. Сука, я, кажется, немного поранил. Кровать. Так. Угу, забрал. Так. Вот этот. Обычный бумажный самолет. Маленький самолет. А подвигать придется. И самый маленький. Ни хрена он маленький. Самый маленький бумажный самолет. Ну, он точь-точь сделан из одного слоя. Потому что из двух я не смогу. Слишком ярко. Летает он. Не сказать то, что он летает. Да, просто упал. Тут смотри, а этот чуть получше. Ну вот такой вот. Ну, такой себе. Обычный бумажный самолет. Ну, фигня. Четырехслойный огромный самолет. Тоже херню превратился. И наш легендарный гигантский самолет. У меня руки дрожат, что за фигня, я не поняла. Если бы я сделала из четырех слоев, это вообще темный лес. Он был бы очень крепким, но так он какой-то фигня. И не судите то, что я в одних тусах. Обсуждаю. Как бы некоторые блогеры тоже так снимают. Сука, потому что каждый раз для видео хотелось вот так вот. Какой же офигенный у меня телефон. То есть в одежде? Нет, хочу другой телефон. Голый телефон. Вот этот. Он голый. Вообще жопа какая-то. Кстати, кто хочет такую вот наклейку? Она у тебя сейчас вывалится все. Я же говорил. А? Б. Мне кажется, очень сильно вот так. Это очень офигенно, да. Сейчас вот так. Это самая лучшая наклейка на 23 февраля. Ну, правда, она пошла 22-го. 22-го, да. Очень сильно. И не судите то, что я с дипломатом в школу хожу. И ношу домино. Да, я осуждаю. Ничего. Ничего. Кстати, кто смотрит видео из моей школы? Тому лайк поставлю. Кто комментарий первый напишет. Ну, с вами был я. Блять, поваренок, говненок. Всем пока. Блять, камера 2000 стоит. Ну, а с вами был я. Блять. Это уже не так мемно. Потому что... Ну, а с вами был я. Блять. Поваренок, говненок. Всем пока.